Всем привет! С вами уникальный Ваня и рубрика «Холостяк готовит». Сегодня я решил приготовить гренки. Как я обещал некоторым людям определенным, меня, кстати, очень удивило, что кто-то хочет посмотреть, как готовить гренки. Это же так легко. Что там сложного, казалось бы? Вы бы еще попросили меня показать, как готовить бутерброды на завтрак. Ну ладно, я обещал, я сделаю. Гренки будут. Итак, что нам понадобится? 2 сырых яйца, 50 граммов молока. Кто-нибудь может использовать сливки вместо молока. Хлеб черный, хлеб белый. Я буду готовить по-всякому. Два вида гренок сразу. Сыр, вот такой вот кусочек масла на сковородку пойдет. Сахар, чайная ложка. Соль. 1/4 чайной ложки. Готовим, приступаем. Прямо на камеру льется молочко. Видите? Обо что бить яйцо, если не обо что? Об стол. И также второе яйцо. Теперь сюда красиво насыпаются приправы. Я насыпал соль, сахар. Как вы поняли уже, я надеюсь. Перемешиваем все это. В это будут обмакиваться куски хлеба. Отсюда, собственно, и получаются гренки. Я же сказал, все легко будет. Разогревается кусок масла на сковородке на максимальной мощности. И я тем временем обмакиваю хлеб. Беру белый кусочек хлеба и вот сюда его окунаю. И вот так вот вилочкой продавливаю с двух сторон. Чтобы хлеб стал мягким. Так вот, до конца, до самого. Лучше для этих целей использовать тарелку. Глубокую тарелку, естественно. Первый пошел. Окунаю следующий. Пока у меня партия белых. Черные потом. Так, я уменьшил огонь. Убавил до 6, то есть для средней мощности. И закрыл крышкой. Ждем примерно 1-1,5 минуты и переворачиваем. Перевернул. Закрываю крышкой. Жду еще 1-1,5 минуты. И гренка готова. Гренки готовы. Сейчас я аккуратно беру вилкой. Складываю их на тарелку. Вот так вот, чтобы по красоте было. Последний шаг, осталось посыпать их еще и сверху сыром, пока они горячие. У меня там шибить масло для следующей партии гренок. Сейчас покажу с черными. Партия черных вперед. То же самое. Также окунаем, также продавливаем вилкой. И вот они уже готовятся. Также столько же ждем. И будут и белые, и черные гренки. И вот я рассказал вам свой секретный рецепт гренок. И надеюсь, что он вам очень понравился. Кто все это будет есть, я это буду все есть. Кто же еще? Не забудьте подписаться, если понравилось. Это не последнее кулинарное видео, которое будут иногда тоже выходить на моем канале. С вами был уникальный Ваня. Пока, до новых встреч!